Когда-то здесь была старая, заросшая бурьяном площадка, установленная много лет назад самими жителями. Местной ребятне приходилось довольствоваться тем, что есть, пока на портале «Добродел» год назад не объявили голосование по выбору мест для установки детских игровых зон. Жители деревни Большое Саврасово решили сделать все необходимое, чтобы победить. Мы голосовали, мы ходили на, были предварительные слушания, мы на слушаниях рассказывали о некой проблематике, что не хватает детских мест, вот, и нас услышали, мы проголосовали, наши голоса оказались приняты, и мы этому очень рады. И вот площадка наконец-то готова. Качели, карусели, горки, различные зоны для физической активности детей, чего здесь только нет. Игровой комплекс выдержан в едином космическом стиле. Покрытие очень безопасное, то есть если ребенок упал, побежал, то с ним ничего не случится. Я спокойно, лазилки для парней вообще отлично, горки. Очень здорово, что площадка для разных возрастов предусмотрена, то есть тут есть чем заняться и маленьким детишкам, и взрослым, которые уже хотят какие-то спортивные вещи использовать. Мы очень рады такому подарку. И те дети, которые здесь присутствуют, это только вот очень небольшая часть всех тех детишек, которые будут радоваться здесь кататься. Торжественное открытие площадки в деревне Большое Саврасово прошло очень весело и спортивно. Поздравить местных жителей приехала депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Надежда Стрябкова. А детвору развлекал клоун Авокадо, который заготовил для ребят множество игр и конкурсов. Желание загадали? Да! Авокадо командуй! Раз! Два! Три! Ребята были в восторге как от самой детской площадки, так и от веселой анимации. Я очень рад, что в честь моего дня рождения открылась площадка. А больше, что мне всего на этой площадке понравилось, что праздник не просто сделали открытие, порезали ленточку, а именно сделали анимацию тут. Сделали там с аниматором. Можно играть, веселиться. Тут песочница, всякие карусели и прочее всякое такое. Я очень-очень рада. Ну а взрослые особенно оценили удобные лавочки. Всего же в муниципалитете по губернаторской программе формирования комфортной городской среды в этом году было установлено 12 новых современных детских площадок. Ура! Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.